Всем привет! Заехали мы в отель «Золотая миля» в Анапа. Вернее, еще не заехали. Тут расчетный час 12 часов. Состоит из двух корпусов, как я поняла. Вот новый, старый. Качельки тут такие симпатичненькие. Два бассейна. Сейчас я к ним подойду. Бассейн для детей. Еще сама тут ничего не изучила. Время 6:30, и заехали мы в 4:15. Вот ждем. А это для взрослых. Сказали, вода здесь 27 градусов. Хотя вот сейчас стоит температура воздуха около 30, время 6:30, да? А будет днем 34. Качельки вот я облюбовала, пока мы ждем, очень приятно кататься на них. Что тут еще хорошего? Рядом пляж Малой Бухты, о нем, конечно, мы еще снимем. На пляже не были, только дошли, изучили. А что еще делать в 5 утра, когда нужно ждать? От ЖД вокзала ехать 20 минут на машине. Вот это вот туалет и душевая, чтобы сполоснуться перед бассейном. Вот вот душевая, все так чистенько, прилично там. Ну, наверное, для первого видео пока все. А, да, вот там вот есть столовая. Наверное, отдельно про нее снимем. Но вот дверь вот там идет в столовую. Работает с 8 утра. Номер мы сняли, еще в номере не были. Полулюкс 3400 стоит. Тоже о номере потом. Всем пока. До новых встреч.